Так, всем доброе утро, наша техничка. Едем ремонтировать BMW. Оба! Холодный запуск. Часы. Так, в общем, ситуация какая. Сломался стартер на нашей BMW. У нас плохо начало заводиться. Поэтому сейчас будем снимать стартер и ремонтировать. Поскольку погодка у нас шикарная, как раз для BMW. Поэтому надо по-быстрому сделать и выезжать. А пока нас спасает наша техничка. Так что едем в гараж. А вот мы в гараже. BMW стоит. А надо, чтоб ездила. Поэтому скидываем стартер. Устраняем поломку и выезжаем. Опа. V8. Так, начнем с того, что мы снимем этот фильтр. Как-то так он должен сниматься. Отщелкаем вот здесь. Так. Все, фильтр демонтирован. Теперь, что же теперь, блин? Свет, нужен свет. Так, разобрали мы фильтр. Снял я газовые тут трубки. Открутил два болта на коробке. У меня был сейчас болт и шпилька. И вот он стартер. Шпилька тут такая стояла. И вот один болт. Все, сейчас будем разбирать. Смотреть, что с ним происходит. Так, разобрали мы стартер. Из явных причин. Щетки у нас, в принципе, неплохие. Даже так как новенькие, все красиво. Тут все, в принципе, нормально. А вот и наша проблема была. У нас лопнуло. Большая шестеренка. Вот видна трещина. И из-за этого, скорее всего, что был напряг на двигатель. Поэтому будем заказывать шестерни. Сейчас посчитаем зубы. И нужно ее заменить. Так, ну что, продолжаем ремонтировать стартер BMW. Нам нужно добраться до втулки. Только громко говори. Заменить ее, потому что я ее не планировал менять. Покажи. Из-за того, что там большой люд во втулке, у нас закусывают вот эти маленькие шестерни. Когда их крутим, вот даже покажу примерно. Получается вот такой люфт шестерни вот между зубами. И в одном положении зуб на зуб стоит. Поэтому надо, там стоит втулочка, мы ее поменяем. Сейчас попросим токаря, он нам ее вытащит новенькую и поставим. И все будет работать. А так, в принципе, стартер, ну, в нормальном состоянии.
только что выработали стуки. Все, берем ключик и разбираем на 8. Так, теперь самый сложный процесс. Вот здесь стоит штопорное кольцо. Втулочку эту вниз. Ключи взять. Подожди, он тут работал уже. Раз и все. Давай. Такой не засняй. Так, опустили вниз нашу втулочку. Вот и стоит штопорное кольцо. Скидываем кольцо. И весь механизм у нас снимается, бендикс. Вот это тот самый знаменитый бендикс. Да, вот так он выглядит. Так. Угу. Туши, потому что сейчас надо Магнетти Морелли. Да. А это оригинал? Нет. Оригинал же какой-то другой фирмы явно. Там должен был быть Bosch, скорее всего. Чтобы снять вот это штопорное кольцо, нужно примерно 6 рук. Поэтому туши, видео заснимем уже, когда снимем. Потому что очень-очень тяжело снимается. Поехали. Сняли мы наше штопорное колечко. Все оказалось гораздо легче. Да. Потому что пацаны уже на опыте. Снимаем. Да, приходили на опыте, пацаны быстро сняли, а потом мы подошли. Вот эту хрень, потом снимаем вот эту хрень, потом снимаем вот эту хрень. Ну так это все запчасти тебе называются, да? Теперь нужен специнструмент. Вот это вот хрень. Так, тут у нас есть специальные отверстия. Пазы какие-то. Угу, наверное. Оп. Аккуратненько сняли. Песня. Сняли. Теперь вот тут. Вот. Шайбочка. Раз. Она неприметная. Такое поэтому... впечатление, что ты всю жизнь разбирал. Не, я просто уже его второй раз разбираю, поэтому я знаю. Этот же старт? Да, этот же старт. А зачем ты его разбирал первый раз? Не, это попытка. Ну, первая была проблема вот этой шестерни. Мы ее заменили в большую. Но особо ремонту не помогло, потому что люфт большой в этой втулке. И шестерня закусывает. Поэтому сейчас. Поэтому это второй раз. Поэтому да, второй раз я поленился ее поменять. Думал, что все прокатит. Не прокатило. Вот эта втулочка, она или медная, или бронзовая, или хрен не знает какая, или латунная. Из-за нее, получается, зубы на зубы наступают? Да, вот, получается, один раз показываю, больше не буду показывать. Жло. Вытираем, 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 вытираем. У нас должен вал идеально сидеть, а у нас вот вот такой вот люфт. Ага, то есть он должен быть плотненько и не да, лететь. Не должно быть у такого люфта. О, даже если отсюда посмотреть, ну там просто пиздец. Наверное, миллиметр зазора. То есть, ну, втулка давно закончилась. Поэтому мы ее миллиметр сейчас выбьем. И... По моему мнению, миллиметр это очень мало. Ну, для такого производства это очень много. Для такого устройства. А это что? Так, раз шайбочка, два шайбочка. Что вилочка, ну, для этого, для втягущего. И вот еще одна шайбочка, она тоже очень неприметная. Снять. Есть. Вот, еще одна шайбочка. Это одна, это с одной, это с другой стороны. Главное не забыть.
А если стороны перепутать, они одинаковые? Я думаю, да. Так, есть. Я надеюсь, с легеньким ударом молоточка она сейчас выбьется. И мы отдадим ее только доточить. Берем спецнаставочку. Сложи сзади зеркало на мазь. Молоточек. И надеюсь, наш корпус не развалится. А ты что, это песня? Все, вот наша втулочка. Заказываем новую. Точнее, точим. Берем вал, берем вот эту втулочку и едем к токарю точить. Реально сделает, чтобы ты не расстраивался. Нет, ты сделал нормально. Ты просто ожидал, что мы прям выровняем идеально ровно. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы было бы идеально. Зачем делать, если ты не хочешь, чтобы было идеально? Если ты стремишься к тому, чтобы было идеально, но делаешь чуть хуже, чем идеально, то ты красавчик. А если ты стремишься к тому, чтобы было просто нормально, то делаешь ты обычно дерьмо. Ты рассуждаешь... Какой закон? Закон мира. Ты рассуждаешь... Ставишь себе... Тут специалисты прям высшего уровня. Не про специалистов дело, а про законы нашего мира. Как всегда, с той стороны никто потом не обрабатывает, и оно сгниет буквально за пару лет. Ну, ставишь высокие цели, достигаешь максимально хорошие. Получается, ты поставил цель, но ее не достиг, да? Получается, я поставил цель вытянуть большую вмятину, которая бросалась в глаза. Большую вмятину вытянули? Отлично. Это самое главное. А маленький, ну как я вытяну маленьких? Это надо разбирать полностью двери, вот эти молоточками они там выбивают, да? Да это, не ну знаю. Зачем ты снимаешь? Это вообще неинтересно. Давай! Понавали! Поехали. Готов? Поехали.